Астана. 9 и 10 июня выходим на общенародный освободительный протест «Бастандык». В Астане, исходя из того, что мы выбрали местом проведения нашего протеста, дворец молодежи «Жастар». Площадь перед дворцом молодежи такая вытянутая, она расположена вдоль проспекта Республики. Мы собираемся со стороны проспекта Абая и на углу, то есть со стороны проспекта Республики, угол проспекта Абая в Астане. То есть мы с этой стороны начинаем собираться, также вот выбираем вот это место и подтягиваемся к дворцу молодежи «Жастар». Ключевая роль на протесте отведена водителям автомобилей. Ровно в 12 часов водители дают сигнал к свободе. В этот момент водители блокируют проспект Республики. Основные три улицы, которые действительно могут иметь значение при блокировке, это улица, сам проспект Республики, проспект Абая и проспект Сейфуллина. Они все довольно крупные, эти магистрали. И действительно, если удастся заблокировать сам проспект Республики, это уже будет больше половины дела сделано. Потому что этот проспект, блокировка этого проспекта приведет к тому, что центральные улицы, большие, крупные, такие как проспект Абая, проспект Сейфуллина, уже встанут. Эти выборы нелегитимны. Мы добьемся восстановления избирательного права для всех казахстанцев.